Жителей Карелии приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России-2020». Он проводится по поручению президента России Владимира Путина. Победитель получит 1 миллион рублей на обучение в любом из российских вузов. Заявки принимаются на сайте проекта «Лидеры России.рф» до 27 октября. Работодатели Карелии предложили студентам решать практические задачи на платформе совместного проекта Общероссийского народного фронта и некоммерческой организации «Россия. Страна возможностей. Профстажировки 2.0». Авторов лучших решений пригласят на стажировку. Петрозаводск вошел в топ-20 лучших городов России по версии блогера Ильи Варламова. В рейтинге столица Карелии заняла 16 место. Первое место блогер отдал Екатеринбургу. Более 50 фасадов жилых домов отремонтируют в Петрозаводске к столетию республики. Из регионального бюджета на эти цели планируется направить около 200 миллионов рублей. Ремонт начнут весной будущего года. В детской музыкально-хоровой школе Петрозаводска прошел концерт-презентация новых музыкальных инструментов. 4 фортепиано, 2 флейты, 6 скрипок и аккордеон приобрели на средства национального проекта «Культура». В полицию Петрозаводска поступают заявления о хищениях велосипедов. По версии МВД, 33-летний петрозаводчанин за полмесяца в одиночку похитил 5 велосипедов из подъездов города и еще 2 в сговоре со знакомым.